Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня хочу показать вам, как я вышила глазки на халате. Сделать такую вышивку очень просто. Для этого не нужны какие-то дополнительные приспособления. И сейчас я покажу, как это можно сделать на обычной швейной машине. Вышивку я буду делать на такой же ткани, из которой я шила халат. Это махровая ткань, 100% хлопок. Еще хочу сказать, что если вы будете делать вышивку на более тонкой ткани, то лучше с обратной стороны проклеить участок, где будет вышивка, проклеить флизелином, для того, чтобы вышивка не стягивала ткань. Теперь рисую на ткани то, что я планирую вышивать. Можно также сделать любой другой рисунок, который будет несложно вышить на обычной швейной машине. Я уже нарисовала глаз и теперь буду его вышивать. Выставляю также нужные настройки на швейной машине. Выставляю натяжение нити. Натяжение нити должно быть от 1 до 4. Также выставляю строчку зигзаг. У меня она обозначена буквой С. И также нужно выставить длину стежка от 0,5 до 1. Вышивать я буду обычными черными нитками. Для начала также на кусочки ткани смотрю, какая получается строчка. И затем уже начинаю вышивать по рисунку. Начинаю вышивать по нарисованным полосам. Сначала строчу по самой длинной, а затем по коротким. Также в процессе строчки необходимо чуть-чуть подтягивать ткань. Вот так у меня получилось, и теперь буду вышивать по коротким линиям. И вот так у меня получилось, я уже обрезала нитки, вышивка готова. Такую вышивку также можно сделать не только на халате, также можно вышить на футболке, к примеру, либо на наволочке. И я думаю, что вышивкой можно украсить любое изделие. На этом все, если это видео было вам интересным, ставьте палец вверх, также подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, будут вопросы, пишите в комментариях. И всем пока!